Всех приветствую, друзья, на 22-й серии Пути Бомжа на Гранд Мобайле. Как всегда, пока не пройдем, залетаем в Ивент Пасс, и тут у нас новое задание. Сделать 15 рейсов, работая дальнобоем, а по награде 200 крисов и неоновая маска красная. Но перед этим давайте потратим наши кристаллы, либо же что-то купить на них в магазине, либо же крутануть несколько рулеток. Вот как-то не хочется щекотать себе нервы, думаю и решаю купить все-таки BMW E38 за 2К, так как тут будет 100% окуп. Перемещаемся на стоянку, заспавнил Бэху, хочу слить в гос и думаю, может ее все-таки попробовать продать нам самому. Прыгаю, значит, за руль и офигеваю. Это что нахрен такое? Почему эта тачка едет лучше некоторых спорткаров в Гранде? Ну реально, я даже не преувеличиваю. Ребят, у нее шикарное управление. Разгон, и я даже и подумать не мог, что эта тачка настолько комфортабельно. Блин, ну она точно должна быть на авторынке реально в ликвиде. Покатался на ней, я прям в восторге. Чекаю ПТС-ку, тут госцена 850, а по цене давайте выставим ее за 799. Подбежал, значит, то один, то второй, и все, как бы потом тишина. Спустя минут 10 решаю забить, и что-то мне на авторынке в последнее время не везет. Либо же просто нам нужно продавать, стоять подольше, не знаю, но мое терпение лопнуло. Забираю ее с авторынка, еду до стоянки и продаю ее в гос за 637к. Далее с прошлой серии продаю семерку и мерса. Так, хорошо, по балансу у нас есть 23 172 тысячи. Забираю РС-ку, разгоняюсь, влетаю в столб и тачка ГГ. Пытаюсь ее тут обратно перевернуть и по итогу попадаю под тачку и оказываюсь в больнице. Да уж, лечусь за 2000, чтобы не ждать КД. И отправляюсь в частную транспортную компанию. Комиссия тут у них минималка 3%. Хорошо, едем на загрузку. Ловлю вот такой рейс до завода Tesla. Все дефолт. Еду себе тихонько, доставляю груз, получаю денежку. В общем, ничего нового, ребят. Просто нам нужно выполнить 15 рейсов. Вот так. Беру заказ теперь до завода Twix. По деньгам платят, кстати, нормально. А по заданию в пассе все отлично. Прогресс засчитывает, а это значит, что мы продолжаем. Спустя пару часов по заданию все выполнил, награды получил, и в этой серии я хочу попробовать сделать ставочки. Да-да, ребята, они тут есть, и я не раз замечал у себя в планшете букмекерскую контору онлайн, прям в этом же самом планшете. Тут получается, мы можем делать ставки на реальные существующие матчи, на футбол или же хоккей. Но вот беда, улыбка с моего лица пропала, потому что, к сожалению или к счастью, тут ставки можно делать не больше 50 тысяч. Ну и лично для меня это как бы такое себе удовольствие, но ради прикола давайте попробуем. Лишние сотни тысяч тоже нам не помешают. Делаю ставку на первую команду с кэфом 2,7, 50 тысяч. Предполагаемый выигрыш нам сразу пишет, это у нас будет 132к. Надеюсь, они затащат. Затем начинаю делать ставки на все подряд, и на один матч вообще поставил на команду, где кэф 7,12, и выигрыш тут будет, если что, 356 тысяч. Но с таким, конечно же, кэфом у команды победа вряд ли будет. Но бывает всякое. Так что надеемся на лучшее. По итогу сделал 5 ставок на 250к. Завожу бэху и погнали в Гранд Казино. Подбегаю к колесу удачи, делаю бесплатный прокрут и выпадает скин бомжа. Ну да, ну да. Покупаю на ресепшене 30к фишек, иду в русскую рулетку ловить нолики. И по итогу смотрите на баланс. А в этот раз вообще выпадает единица. Сгорел я знатно и слил тут 1,3 кака. Что за невезение это сегодня такое? Один раз вообще, как помните, в какой-то серии мы ловили нолики чуть ли не каждый раз подряд. В общем, иду в блэкджек отбиваться. Делаю ставку оставшиеся 17к. По картам у меня 15 очков. У Никиты вообще вон сходу перебор 22. Ого, такое бывает что ли? Думаю, брать карту или нет. Беру, и у меня тоже перебор. И у дилера, блин, перебор. Как знал, что не надо было брать сейчас карту. Но тут у меня уже начался дикий азарт. Покупаю 50 тысяч фишек. Иду в ва-банк. Игра начинается. По картам у меня 14 очков. Рискую, беру еще одну. И да, да, у меня 21. Фух. У дилера 18. Я выигрываю чистыми 40к. Свои отбил и немного прикурил. На сегодня с меня точно хватит.
продаю все фишечки по балансу 23 миллиона 536 тысяч. Делаю еще пару ставок в букмекерке и ждем матчи. Кстати, за ними можно будет понаблюдать прямо в прямом эфире, кому правда это интересно. Ну а уже завтра нашей игре исполняется целый год. И в честь этого разрабы нам приготовили какое-то глобальное масштабное обновление. Будет очень интересно.